Президента Зимбабве Роберта Мугабе лишили титула посла доброй воли Всемирной организации здравоохранения после того, как на организацию обрушился шквал критики. Генеральный директор ВОЗ заявил о снятии Мугабе с должности, посчитав, что такое решение наилучшим образом будет отвечать интересам организации. Политики, правозащитники и активисты по всему миру выразили недовольство по поводу назначения 93-летнего президента Зимбабве, который обвиняется в экономическом упадке страны, нарушении прав человека, а также застое в системе здравоохранения. По данным BBC, в большинстве больниц не хватает необходимых медикаментов, а врачи подолгу не получают зарплаты.